И всем привет! Вот, значит, это уже сервер. Блин, ночь просто бесконечно длится. Вроде бы, как будто я смотрел, что это уже 7 часов утра. Но, блин, темно все равно. Даже нигде не видно, чтобы солнце где-то хотя бы хоть немножко появлялось. Ну что ж, пошли, наверное, туда прошвырнемся. Вот там какой-то поселок есть. Я упал как раз рядышком. Или что это вообще? Ну давай, может, ягодки найдем. Вот, смотри. Одна, правда, есть. Ну, а, это ящики всего лишь. Где, куда это я вообще приперся? Непонятно, что это вообще. Чтоб тут роботов еще не было. Так, зомби он, вижу, ходит. Мне интересно эти ящички. Мне не нравится огороженная территория проволокой. Вот в чем весь прикол. Так, а где двери? А вот. Ангар какой-то. Ох, как громко. Тут никого нет? Случайно. Так, ну, скорее всего, тут ничего и не будет. Волки будут. Что это? Строительные резиновые сапоги. Ну... У меня кроссовки, в принципе, новые. Можно их, конечно, надеть. Поменяемся. Передвину их немножко, чтобы не пропали со временем. Давай-ка. Перелази. Есть тут что-то, кроме цемента? Цемента куча, но мне цемент особо-то и не нужен. Вон ходит зомбарь. Не-не-не, вот этот открой. Ага. Ничего тут нет вообще. Да ну, блин. Везет меня, конечно, прям. Кстати, что тут? Ну, хотя бы какой-нибудь топорик, не знаю, что-нибудь. Да, ничего. Так, где тут зомбарь-то? Надо позвать его. Эй, тюлень! Блин, не идет. Может, я его с камушком могу побить? Или он запрыгнет сюда? Вот так он не один. Он не один. Уже увидел меня. Воу. Беги. Дурик. На тебе. Ой. На тебе. Ну, может, помрешь, нет? Не кровотечение есть у этих зомби или нет? Вроде бы как будто бы они помирали, когда. Ладно. Слишком долго его. Так, а что ты мне дашь, дядя? Что это? Lucky Strike, это сигареты мне не нужны. И кепочка твоя обгрызанная тоже не нужна. Осмотримся. Во! Закрой давай. Машина. Бесколесная, ё-моё. О, зомбарик. У-у-у. На тебе.
Ой, я думаю, куда я воткнулся-то, елки-палки. Хорошо, что... Больше никого тут нету случайно. Это мне как дадут по заднице. Так, о, глазик. Ну, мне, к сожалению, глазик взять некуда, да и скотч этот. Он еще и не полный, к тому же. Нет, она не живая. К сожалению. Ну, та-то хотел прям... Сразу зашел на сервис, сразу машину нашел, и все нормально будет. Да-да-да, именно так. Так, ну кирка. Кирка, кирка. Топорик мы себе всегда успеем сделать. А вот кирку не найдешь так просто. Так, во. Перчаточки. Надеть. Потому что я должен могу руки повреждать. А я и так. Ну, переохлаждение с этим ничего не сделаю, а вот пока вещи не наденешь какие-нибудь. Это здесь вещей, конечно, не будет никаких. А зомбарей хороших вещей не падает. Плюс-минус. Так, это сервер PvE. На PvP я не буду ходить. Не хочу. Так, все тут в бочках. На бочках тоже ничего нет. Никого? Вот никого. Так, гвоздик. Ну, гвоздик беру. Один, правда, но все-таки гвоздик. Блин, тут нет ничего. Да, жалко, машина, конечно, не на... ну, в смысле, не настоящая, но не рабочая. Эй, зомби! Где ты там? Блин, по стенке не стучится. Серьезно? Ты откуда там взялся? Я не понял. Как он прошел? В смысле, откуда он взялся там? Появился, что ли? Ну, дверь-то была закрыта. А там вроде... Ну, ладно. Очень странно. По-моему, я здесь был. Каком-то из... Какой-то из серии. Может, тут еще одна машина будет? Это не машина стоит случайно? Нет, развалина. Закрой. Так, о, ну, блин. Я понимаю, что это нужная вещь, но куда ее ложить буду? Ложить-то некуда, у меня гвоздь и это все. Никаких вещей нет. Ничего нет, как обычно. Само начало. Так, а здесь что-то может быть? Ну да. Да-да-да, я помню, тут был. Зомбарик. Блин, жалко, не достает. А если присесть, она не бьет. С приседку. Блин. От него надо избавиться. На машину залезть не вариант. Ты вообще там застрял, что ли? А, вот там и сиди. Интересно, я могу его бить с той стороны без последствий, скажем так? Ты откуда взялся-то, я не понял. Ну, перелазишь ты, идти твой колотить. Ой. Конец-то. Какой-то читерный этот вот, блин. Что у тебя есть? Рубашка. Ну, понятно, никакая. Так, надо дверь закрывать за собой. Так, по-моему, здесь могут быть зомби спокойненько вполне себе.
Да, я молодец, я зашел прям в нужное место. В дверях застрял. Так, ну, спички. Спички можно было бы взять, блин, а куда ж тряпку деть? У меня вещей нет, ё-моё. Положено на пол. Хотя бы какую-нибудь шмоточку найти. Хоть какую-нибудь. Так, о, еда. Булавки. Интересно, их можно открыть? Да, тогда сразу все съедаем. Ну-ка, о, пошли калории. А что тут у тебя? Вот это что это такое? Непонятно, что это такое вообще. Странно. Так, ты там нормально? А, хватит, ей это есть. Все вроде бы 13,3 и ничего не происходит. Что это? Это руки, что ли, в мозолях были? Я не понял. Почему оно не двигается никуда? Или я уже чем-то заболел? Да меня же еще никто не бил. Вообще-то так-то. О, хорошо поела. О, прошло. А нет. Ну, это переохлаждение. Ладно, неважно. Что это такое, непонятно. Так, это... и спички лежат. Дайте мне хотя бы штанишки. Не видно еще ни черта. Булавка одна. Так, надеюсь, здесь никого нет внизу. Как это нету? А это кто? Спидштрих. Не знаю как, но он меня не услышал. Закрывайте. Пошли в другую комнату. Никого? Да что такое-то? По-моему, то чудо проснулось. Так, светать будет сегодня или нет вообще когда-то в этой игре? Что это такое? А, мотыльки летают, в смысле светлячки. Вроде попадаю. Живой. Так, вот еще вижу ручки. Были, по крайней мере. Попал, что ли? Сквозь стенки можно тыкать их спокойно. А здесь что? А, вот это уже все. Штаны ты мне дал, и все, серьезно? Так, закрывай. Не-не, подожди пока. Пошли вниз посмотрим, пока новый не появился. Я тут наверняка еще не все посмотрел. Ну да, пожалуйста. Так, это не лутается. Здесь рядом что-то найдется. Ну, коробочки, ну-ка присядь. Блин, булавки хорошая штука, и так много. Целая коробка. Ручка. Спасибо за ручку. Ничего тут нет. Ладно. Так, я же там смотрел. А это что? Просто какая-то фигня.
Ну и где? Зомбарик-то. Сюда иди. О, попал. Кажись, все. Клей лежит на столе вон. Тюбик клея. Если я ничего не путаю. Ай, блин. Бумажка. Серьезно? Опа. Хлопчатая рубашка, надевай. У меня, конечно, слота нету, да, вообще никакого. Но зато нам будет теплее. И будет уже что порвать на тряпке, если что. Просто тряпочку дали. Спасибо, не надо. Да, хлеб. Ой, в смысле хлеб. Клей. Ну, ё-моё. Тут, может, где-то хоть что-то будет. Что это? Кроссы. Кроксы, то есть... Нет. Некуда, во-первых. Некуда что ложить. Блин, тут ничего нет. Дайте рубашку нормальную с этим, с инвентарем, штаны, джинсы, что-нибудь. Угу. Вот именно, что-нибудь, ничего нет. Даже не видно нигде, чтобы это вот было хоть светлело. Что за дела? Угу. Давайте сюда. Не поймешь, что попадаю в него. Не видно же ничего. Ну ладно, блин, нам тут не рады, пошли сюда. А то кто-то. Зомбарь. Тут же тоже зомбари будут, по-любому. Серьезно? Нету? Да. Удивительно. Но факт. Опа, кепочка. Ну кепочку-то ладно. Кепочку-то мы наденем. Ничего нет. Замечательно просто. Спички в хорошем состоянии. Я бы взял бы. Конечно же. Так вот некуда. Так, вот. Это уже что-то. Кухонный нож. Блин, опять же таки, куда его брать-то? Если брать-то его некуда. Надо их себе приманить и убить. Она явно мне там не нужна. Опять ключи. Да, было бы неплохо, конечно, забрать. Так, мне вон туда надо, давай. Эй, пс! Зомбячка! Пошли, давай. Она очень быстро бегает. Оп. Где она? Фух. Упала дурочка, голова ударилась. На тебя. Иди сюда. Во. Она сейчас сама себя повредила, когда прыгала. Молодец. Мне же меньше работы. Строительные ботинки. Так, ну, когда-нибудь. Здесь расцветет или нет? Так, по-моему, я там смотрел, там ничего не было. Зайдем сюда, может, здесь что-то есть. Там же никого внутри нет, вроде нет. Пусто. Пусто, зашибись. Ни пистолета тебе, ни патрона, ни одежды никакой нету, ничего. Так и здесь было или нет? Вроде нет. Мастерская какая-то. Есть то? Никого. Где я тут был, да?
такое ощущение, что вроде бы был. А может и нет. Так, о, есть гвоздик еще один, давай. Темень, блин, конечно. Когда расцветет, я не понимаю. Так, еще перчатки. 99 синенькие. Ну, одевай, конечно. Эти лучше. Поменялись. Давай их сложим на пол. Плоскогубцы мне сейчас вообще даром не нужны. Коробка гвоздей. Она 3 слота занимает, да? Там аж 12 гвоздей, блин, а? Придется тряпки избавиться придется. Все-таки гвозди нужнее мне. Я могу ящик где-то сделать. А это что? Семена помидоров. Ешь давай. Там уже смотрел, а здесь мыло. Опять же таки положить некуда. Набор для обслуживания оружия? Серьезно? Сколько он места занимает, я не помню. Бери в руку. Та вещь нужна. Хотя, блин, куда мне это все? Там зашел, здесь вышел. Упади уже, тюлень. О, наконец-то, слава богу. Где он тут? Вот он лежит. Все, надеюсь, все. Да. Так, что-то еще лежит. Кепка. Шапка. Рюкзак. Ладно, рюкзак. Что ты мне дашь, рюкзак? Поношенные штаны. Которые даже нет смысла одевать, потому что у них нет слота. Слотов никаких, они все подраные все. У меня воды уже, кстати. Опять глазик. Мне бы попить что-нибудь. Пить вообще нечего. Что это? Стакан. Вода? Проверить. А что там? Ты ничего не говоришь? Блин, а ты смотри, нет в нем ничего. Ну, 3 применения у него. Да, в холодильнике тут никогда ничего нету. А попить не получается. Потому что там нет ничего, к сожалению. Так, что там у тебя, говоришь, есть? Так, резинами жгут. Как всегда, ничего. 2 резина жгута. Хоть что-нибудь в холодильнике бы найдено. В смысле, положил, но нет. Так, тут я вроде все смотрел. Да. К сожалению, тут ничего нет. Положи на место вот так. Это в руки возьми. Так, дверь закрыл. Вроде закрыл. Ну, туда мне надо идти. Вот там, по-моему, больше всего всякого. Хочу осмотреться немножко. Так, если он туда идти, да, там были склады небольшие. Надо будет. Сейчас сначала здесь еще посмотрим. Так, ну не бей так быстро. Это все равно не дорога. Так, он там что еще есть? Так, есть там внутри? Вроде никого. В смысле никого? Закрой, закрой. Худосочная, блин, ее даже и не видно было. Ну что там? Вроде попал. Вроде упала. Давай. Лутай эту. Клушу. Что? А, перчатки. Ну, у меня есть как бы перчатки. Спасибо, конечно, но есть.
Да ну ё-моё, вообще ничего нет просто. Как же тут можно где-то что-то найти, если тут нет ничего? Если ни хрена нету. Что это, туалет или что? Нет, это подстанция вообще. Там нету ничего. Ну, нашел шампиньончики обыкновенные. Давай, все в себя. Так, ты говоришь, будешь опять, да? Отвращение к пище получать. Так, ну я думаю, что еще один можно съесть. А вот это уже есть не надо, мухомор вонючий. Это, по-моему, тоже что-то не то. А нет. Шампиньон обыкновенный. Давай-ка. Давай. Успеет, отлично. А грибочек мне не нужен. Так, ладно. А еще гриб есть, серьезно? Какие? Вонючие мухоморы. Блин, я как раз бегу, а там волки где-то прям воют все ближе и ближе. Я не вижу пока, но лучше обойти поверху. Там просто строение какое-то есть наверху или что-то там еще. Или такой же самый карьер. Здесь волки меня не заметят, а то, блин, мне хана будет с этой палкой. А, я забыл этот, и плевать на него. Набор почистки оружия, где я его возьму? В смысле, у меня оружия-то и нет. Мне ложить некуда, ты короче. Так, снова подсоединился. Не знаю, долго. Может, сервер перезапускался или что? Так, ну тут побольше всякого разного, конечно же. Как мне кажется. Так, где тут зомбари? Нет, уже хорошо. Тут, как всегда, ничего. Ничего удивительного. Машины нет, конечно, да. Без машины, блин, все не то. Да, тут тебе ни штанов, никто тебе ничего не даст тут. Так, что это у нас тут за офис? Есть кто? Никого. Отлично. Закрой. Ничего нет. Ну, как всегда, в принципе. Что тут удивляться? Ничего нет. Это нормальная тема. Так, что-то есть. Во. Да ладно тебе, вода. Сколько там? Так, вот эта бутылка получше. Так, вот эту пьем полностью. Вода, это уже, пожалуйста, нормально, спасибо. Так, бутылочка есть. Это я могу забрать. Она же влезет? Влезет, отлично. Конечно, из нее глушитель можно сделать, но у меня пока оружия нету, да и ложить некуда. О, как-то так случилось, ну ладно. Блин, ничего, ну, в смысле, бутылка есть, это хорошо, а одежды вообще нет никакой. Ага. Ну-ка, давай на корточки попробуем проползти вовнутрь. Пока он там тупит. А тут, надеюсь, никого нет, а то я, блин, так смело зашел. Оружие возьми. Вроде никого. Да вообще прям ноль. Сплошной. Бляха, повезло. Реально повезло. Блин, вот как его теперь убить? Давай, к двери заходи. Подходи, то есть. Ты там тыкну разочек. А не хочешь по ступенькам показал подниматься, а? А так достать его не могу. Ну что ты там?
Иди сюда. Студент. Ты где? Да иди ты. Опять мне прописали леща, блин. Ну, пока вроде все нормально. Попал, что ли? Да как ты промахиваешься-то, идишь наконец-то? Походу, рука пострадала довольно-таки сильно. Нормально. А, что это? Так, вот иголочку, да, да-да-да, спасибо за иголочку. У меня бы еще ниточку было вообще прям идеально. Ну, спасибо хоть за иголку. Блин, патроны 9 мм, ё-моё, блин. Сколько штук там? 9 штук, ну неплохо вообще прям. Ну куда я их? Вообще брать некуда. Давай, вылазь, где-то рядом. А вон она. Вот туда иди. Сдохни, тварь. Упала? Отлично. Тебя в баню. У меня, может быть, нитки, конечно. У зомбарей бывает, но редко, но бывают нитки. Конечно же. Есть какие-то вялые штаны, блин. А мы сюда. Блин, еще вон зомбарь. Как бы их поубивать, а так, чтобы самому не сдохнуть? Сколько копье? 47, но еще пока поживет. Может, я смогу как-то зайти в помещение, что ли? По-моему, я спалился. Точно. Лучшее нападение. В смысле, атака — это нападение. В смысле, защита — это нападение. Давай, давай. Отлично. Я недаром прокачал персонажу рукопашный, не рукопашный бой, а этот. Владением холодного оружия. На максимум, по-моему. И что? Никого. Ничего. Никого, ничего. Все как по стандарту. Ага, закрылась. Так, посмотрим, может, тут никого нет. Что-то двигается там, надо далеко. О. Иди сюда. Спишь там. Да давай же ж бей, блин. Да бей же ж ты. Откуда взялся? Я ты ж, сука, смотрел, никого не было, алло. Бляха, мух, опять мне дали по жопе и рубашку порвали. Все, залазь. Ну залазь, говорю. Фух, что там у меня? Так, нормально все пока. Что ты там мне дал? Тюлень. Ух ты, ё, что иметь. 7.62, а еще вот это вот, блин. Куда это все? Вот куда? Булавки. Наличка есть? Ага. Целая тонна налички. Ёж твою мать. Тут еще он один ходил где-то, где он делся, уже не вижу его. А где тут
скромняга. Эй! Он проснулся. А, шо, где? Куда? Иди сюда. Тетя. О, канистра там лежит, серьезно? Блин, ну канистру надо обязательно забирать. Носить в руках. Тихо ты. Запрыгиваем. Да, канистра лежит. А бензина? Бензина, к сожалению, ноль. Игла еще есть. Да, но я все равно могу взять ее. Набрать в нее воды и пить, ходить хотя бы так. Это лучше, чем бутылка будет в любом случае. А где же патроны лежат? Уж я на ниже этого чела выпало. Патроны. Блин, я сейчас точно доиграюсь. Как оно быстро склеилось. Упало. Ботиночки оставила. Спасибо. Да, зомбарей, конечно, много. Это тебе не там, где я играл. Так, вот они на полке лежат. Отдыхать? Ничего нет. Блин, а такая надежда была на эту заправку, а? А, вон он. Давай сюда. Пс. Пс-пс-пс. Кс-кс-кс. Эй, дурилка. Картонная. Так что у меня там по здоровью. Нормально все. А что это? К2 уже, алло. Что-то я не пойму, что это такое вообще. А то там еще кто-то есть. О. Тогда я нет. Как-нибудь без меня, ребята. Так, там дверь не закрыл, да? По-моему, не закрыл сюда дверь. Ну да, надо закрывать. На сервере надо закрывать. Так, ну я, пожалуй... Ну, проходит, не проходит, что-то не поймешь ничего. Так, канистр мне. Для воды будет. Бензин, конечно, я не наберу, а вот воду где-нибудь в луже наберем. Так, не-не-не, надо отсюда валить. Еду я там... Что там было, кстати? Нет, там еды не было, были сигареты, патроны. Если в канистру можно было патроны закинуть, но... Канистру же патроны не закинешь. Главное, чтобы зомбари меня не заметили еще. Комарик? Бляха. Че сделай? Че там у тебя есть? Два нитки. Я могу сделать швейный набор. Слышал, он еще одну иголку дал. Ну, спасибо. Пить? В смысле пить? А там же нет ничего. Написано, что нет ничего. Проверить. А, что-то есть бензинчика. Копеечки прям. Надо ее сначала порожнить. 400 грамм получается бензина. Возьми в руки тогда просто. А иголки не стакаются? Нет. А что она такая большая? Это точно игла? Ну да. И это игла. Ну ладно. Да неужели расцветать будет? А, е-мое. Бесконечная ночь, блин. Заканчивается. Ой, ой, зомбач. Зомбак, ты меня не видел? Бери, 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 бери. Да что ж ты взял? Кирку, возьми эту херню, во. Ладно, бей хоть чем-нибудь уже. Отлично. Блин, вот это мне нападали опять. Ну, загрязнение не идет, вроде бы.
Хорошо, что там у тебя было? Штаны, зажигалка. Ну куда это все брать? Так, канистра в руки. Обалдеть, просто. Просто обалдеть. Ну что ж, я на этом тогда буду заканчивать серию. Раз такое дело. Ну что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока.